Варежку убери. Там звук нормально будет? Да, слышать? Там все нормально. Так, это у нас видеообращение, блин, к информационным там СМИ украинским. Просто недавно я отъезжал по делам домой, хотел все видеть близко просто. И я услышал то, что террорист Рязань, командир незаконного военного формирования, подразделения Рязань, уехал, сбежал и все такое. А, то есть, не знаю, то ли радость, то ли все, комментарии очень много интересных. То есть теперь мы решили тоже выкладывать все эти определенные вещи. Никуда я не уезжал, да, я съездил, но я также быстро вернулся, как бы подразделение как функционировало, так функционирует. К тому же плюс очень много хороших вещей нам передали наши друзья, начиная, то есть то, что мы теперь можем спокойно воевать и зимой, и летом, к тому же ночью, при любых погодных условиях. Ну что, еще плюс добавить, как бы приехал я, узнал то, что про Комсомольск тут побомбили немножко. Ну, я думаю, за это мы их накажем, по крайней мере, очень сильно, тех, кто стоит рядом с нами. Правосекам привет, скоро увидимся. И плюс, к тому же... Они тихомосеками. И к тому же у нас получается, еще раз хочу заострить внимание, у нас в подразделении не только одни рязанцы, у нас есть из Казани люди, у нас с Питера. Минводы, Белгород, Беларусь, Нижний Новгород, Беларусь. Наконец-то многонациональная такая интербригада. Да. Деки сейчас по бабам пошел пока. Так, привет, Украине! Слава, как уронили, да?